В следственных подразделениях УМВД России по городу Ульяновску в основном работают представительницы прекрасного пола, которые занимаются расследованием преступлений различной степени тяжести. Одна из них – майор юстиции Мария Белкова, старший следователь по расследованию преступлений на территории железнодорожного района. Следователь, конечно, это профессия очень интересная, но работа сложная. Как бы мы, бывает, и не спим ночами, работаем круглыми сутками, но... Это призвание. Если человек готов работать следователем, это его, то он работает, несмотря на все трудности. В рамках акции УМВД «Журналист на страже закона» в свое очередное дежурство Мария пригласила нас с собой в рейд на расследование одного из преступлений. Съемочная группа «Ульяновской правды» отправилась на улицу Варейкиса. Там, в одном из домов в середине минувшего лета, произошло происшествие, в результате которого молодой ульяновец с проломленной головой оказался в больнице. Где-то до 2 часов мы выпивали, у нас закончилась выпивка, мы решили еще пойти выпить. Взяли, пошли еще в магазин, купили пельмени, еще спирта взяли, пришли сюда уже назад. И у нас с Евгением возник какой-то конфликт, не знаю, на почве чего. Спустя какое-то время я почувствовал сильный удар ногой в область груди. После чего я упал и потерялся на какое-то время. Как выяснилось, подобные конфликты возникают в Ульяновске и в других населенных пунктах нашей области практически ежедневно. Правоохранительные органы оперативно реагируют на сообщения о подобных происшествиях. Как рассказала нам Мария Белкова, работа следователя – достаточно опасное занятие. За 12 лет службы в органах внутренних дел в следственном подразделении она занималась расследованием многих преступлений и происшествий. Были даже случаи, когда ее коллеги-следователи получали на работе травмы и даже увечья. К сожалению, статистика таких преступлений не уменьшается. Но преступлений на бытовой почве, которые тяжкие преступления, достаточно много. Потому что контингент людей увеличился, которые распивают спиртные напитки. На фоне алкогольных опьянений возникают конфликты и... В ходе конфликтов, конечно же, происходят какие-либо драки и наносят друг другу, бывают и тяжкие телесные повреждения. Как видим, проблем в нашем обществе хватает, и решать их приходится различными способами, в том числе и с помощью кропотливой работы следователей. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.